Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Zombie Defense. Так, кто это у нас? Команда. Так, он стоит у нас 7000 голды. Ну, я не знаю, ребята, у меня 96 в данный момент, и нам очень долго придется копить для него. Так, что у нас, амбал, мы можем тебя усилить, а? Давайте-ка, ребята, попробуем. Так, у нас не хватает одного ингредиента, к сожалению, поэтому ничего не получится. Ну что, пойдем попробуем, наверное, мы с вами пройти уровень. Так, погоди-ка секундочку, надо кое-что глянуть. Давайте попробуем, наверное, Сталинград пока закрыт, Каир тоже. Давай в Баланьезу сходим и попробуем, наверное, все-таки здесь пройти уровень 2-2. Рискнем, по крайней мере, мы с вами получим, наверное, ингредиенты. Я, честно говоря, не помню, что у нас здесь ожидает. Так, у нас есть защита, да? Для нашего самолетика. Так, ах, ребята, тут псы, псы, смотри, бегут, бегут. Я надеюсь... Так, хорошо, пока отлично, ребята. Может быть, да ладно тебе, ну елки ты палки, ну ты посмотри. Да как они так быстро... Ребята, они мне моментально практически уничтожили самолетик мой. Почему он такой ватный? Неужели эти псы такие сильные, а? Слушай, ну я не знаю, давай попробуем переиграть, может быть я что-то неправильно сделал. Ну я старался. Так, можно в принципе, ребят, подождать. Если сейчас собаки побегут первыми, то мы, наверное, будем их так встречать. Ну да, они бегут. Так, давай, кинжальчик, выходи, посмотрим. Так, убил первую партию, вторую, вторую, сосисон, господи. Так, тихо, отлично. Ребят, ну, может быть, все-таки есть шанс у нас здесь пройти, а? Пускай у нас немножко, конечно, самолет потрепанный, но главное пройти этот уровень, чтобы нам открылся следующий. Хотя, вы знаете, это под большим вопросом, стоит ли вообще это нам делать. Потому что если тут фейлимся, так, ну, давай, молодец, дедулечка. Еще, молодец, красавчик. Так, ну что, ватник. Так, давай-ка вот так, наверное, ребята, бросим сюда. Шикарно. И пускай теперь они бегут и горят. Главное, я надеюсь, дедуля, ты не пойдешь в огонь у меня, а, хламон? Не надо, стой на месте, стой на месте. Вот, лучше стой и стреляй. Вот так от тебя будет больше толку. Так, собака. Отлично. Слушай, ребят, ну, дед справился у нас. Посмотрите-ка, молодец, красавчик. Похвала тебе. Так, амбал. Сейчас, ребят, только амбал дойдет до баррикады, мы ее быстренько разбомбим. Так, дед у нас там встал. А это еще кто такой, ребят? Это что за чувак с пропеллером там вылетел? Отдуплился моментально. Так, ну, я так понимаю, его... Слушай, его, наверное, могут любые подбить, да? Не только же наши стрелки, мне кажется. Так, ну, баррикада. Осталось совсем немножко здоровья там. И... Давай, отлично. Но, ребята, нам не светит, конечно же, 3 звезды. Одну звездочку всего лишь дали. Я не понимаю, почему, на самом деле, наверное, потому что урон нанесли, да? Так, ладно. New skill, reward. Это что такое у нас, ребята? Это какая-то коробка, а в этой коробке, видимо, кто-то сидит. Так, а тебе доступен новый юнит. Чтобы нанять, нам нужно 500 голды. А у меня нету. А у меня, ребята, к сожалению, столько денежек и нету. У меня 147 максимум. Так, тут мы что-то с вами заработали. Так, 25 голды и 25, я так понимаю, опыта, да? Этого мало. Этого очень, ребята, мало. Так, ингредиентов у нас, к сожалению, тоже маловато будет. Так, даже самолетик мы с вами не можем улучшить, потому что нужно 206 голды. На 4 уровне, да, у нас будет доступно. И до 10 вплоть. Так, а этих ингредиентов нет, но у нас есть защита. Может быть, ее как-нибудь использовать? По крайней мере, надо посмотреть, что она вообще делает. И у нас уровень 2-3. Давай, ребята, посмотрим, что здесь будет нас ожидать. Я думаю, что без собак тут не обойдется. Так, нацисты у нас тут. Вот, вот они бегут. Ёлки-палки, ты посмотри, какие собаки у нас бегут здесь, ребята. Шокерные, как у меня. Сейчас, наверное, будет фиаско здесь нам. Воу! Фига у них дамаг, ты посмотри, что они делают с моим самолетом. Они его просто расчекрыжили. Причем буквально быстренько. Сколько тут прошло? Пару секунд, да, и все. Не, ребят, так дело не пойдет. Я отсюда сматываюсь, будем с вами, наверное, в Париже все-таки проходить. Так, у нас 1.11. Вот этот мы с вами уровень не прошли. Надо его пройти. Такая собака, язык до пола.
какая-то мутант-собака, я бы сказал, да, а не зомби даже. Так, ну вот нам, знаете что, пригодилась бы здесь бомбочка. Но для того, чтобы ее получить, нам нужно, ребята, убивать врагов, чтобы была ярость. Так, вот эта мазута, знаете, чем хороша? Что она замедляет вражеских юнитов, да? Ну, мои тоже, конечно, медленно ходят. Так, погоди-ка, надо вызывать. Сразу, смотри, сразу ломанулись. Блин, мы с вами опять получили урон. Маленький, конечно, урон по самолету, но он есть. И три звезды уже не светит нам. Печалька. Ну, может быть, мы хотя бы пройдем с вами этот этапчик. Давай-ка попробуем. Так. Слушай, тут что-то слишком много вражин, я посмотрю. Еще собака бежит эта, а? Плешивая. Давай, золотишко подбираем. Всего по одному слиточку, этого мало, ребят. Так, отлично. Вот это я понимаю, вот собака у меня молодца. Так, сосисон, ребята, выпал. Что у нас? Давай амбала вызовем. Пускай амбал тут разбирается со всеми ими, а мы потихонечку будем продвигаться. Слушай, а такими темпами, как мы вот с вами очень медленно идем, скорее всего, выйдет волна. А мы, по-моему, с вами волну еще не видели, да? Наверное, сегодня нам предстоит это увидеть. Так, давай вот так сделаем. Слушай, бочка хорошо, она и оглушает, да, если не убивает врага. И при этом еще вот выливает эту мазуту, по которой они медленно-медленно передвигаются. Но мы тоже, смотрите, еле-еле идем. Конечно же. Не дай боже, у них есть такой юнит, который может поджигать эту мазуту. Тогда мы с вами все сгорим сейчас, прямо вот здесь вот. Так, ну что, баррикаду мы уже с вами ломаем. Я не могу понять, почему у меня амбал немножко тупит. Два шага сделает, отдохнет. Два шага сделает, отдохнет. Зачем он так делает? О, сосисоныч. Так, давай. Давай, давай, давай. Подходи, да бей ты, господи. Ну, амбал стоит что-то и лыбится, главное, а? Я не понимаю. На 46 он бомбит, ты представляешь, по баррикаде. А этот по десяточке всего лишь. Так, 27. Это амбал на 27 бомбит. А там, видимо, он критовал. Ну что же, мы прошли, да, конечно, этот уровень. Но, опять же, ребята, на одну звезду. Мне это не нравится. Я хочу на 3 звезды, естественно, ребята. Так, у нас с вами опять какой-то реворд. Так, 50 опыта, я так понимаю, и еще. И мы получаем с вами новый уровень, 6-й. О, спасибо вам, нам дают 2 горючки. Горючие, кстати, здесь очень быстро у нас, смотрю, тратится. Так, сколько он? 500. Не хватает совсем маленечко, практически столько же, да? Надо кого-то улучшить, по идее, да? Ну-ка посмотрим, ребята, сможем у нас... Хватит ингредиентов, а, или нет? Хватает. Хм, отлично, ребята. И все. Один раз мы только с вами песика смогли улучшить. Но я думаю, что это хорошо. Так, трансмутация это у нас, да, ребят? Ага, мы эти ингредиенты можем с вами еще и продавать, кстати. Хм, соточка стоит, да? Короче, зеленый стоит соточку. Так, давай попробуем. Слушай, ребята, а стоит ли делать? Ты представляешь, сейчас какая-нибудь ерунда у нас получится? Нет, может быть, мы все-таки... Не будем, наверное, сейчас спешить. Ингредиенты и так у нас на вес золота. Так, пригодится, короче. Потом все это с вами сделаем. 1.11. Да-да, ребят, пробуем, наверное, с вами все-таки на 3 звезды убить 30 противников. Да, это мы с вами сделали. Тут, я не понимаю, какая-то специальная волна, что ли, выполнить. А, это, наверное, нужно дождаться волны и с ней разобраться. Скорее всего, да? Так, ну ладно, давай подождем. Сейчас, по идее, должны, наверное, ребята, щемануться у нас собаки. Или нет? Так, я вижу зомби. Вот, вот они, собачки, бегут, родные мои. Так, как только-только вызываем своего юнита, ребята, эта вся шабла побежит на меня. Так, не даем, не позволяем, ребята, нанести урон нашему самолету. Если мы хотим с вами... Да, все, отлично, я уже думал, сейчас пробегут. Так, здесь бросим бочку на всякий случай. Пускай там немножко покоцанные будут. Так, у собаки не так уж много здоровья, ребят. Ну, пока держится. Так, мой Индиана Джонс, елки-палки, вот так можно назвать. Вау, красавчик. Сосисон выпал. Слушай, он как раз этих собак довольно неплохо бомбит, вы заметили? Просто расстреливает их. Но перезарядка, опять же, у него перезарядка после каждого выстрела.
Ну, довольно... А, вот, у него долгая перезарядка. То есть, два выстрела он делает, а потом у него перезарядочка идет. Вот так это все происходит. Амбал, ну, пожалуйста, ну, что ты вот медленно так двигаешься? Я не могу понять, в чем проблема-то? Ты здоровый, да, ты должен... Ты же спортсмен, елки-палки, раз уж взял такую колотуху себе в руки. Ты должен быстро бежать, а не как в штаны наложивший, да? Слушай, ну, пока неплохо, ребята, у нас все идет. Смотрите, мы практически к баррикаде уже подобрались. Вау! Массовая атака, да? Там балла сейчас прилетела им. Так, тихо. Расчекрыживаем. И все, ребята, и баррикада уже, как говорится, под нашими нападками. Сейчас мы ее быстренько тут разбомбим. И я надеюсь, мы получим здесь 3 звезды. Я хочу на 3 звезды все это, ребята, проходить. Как, в принципе, и вперед на зомби-войну, да? Мы с вами все на 3 звездочки. Все тип-топ у нас должно быть. Так... Ну, мне нравится, что амбалы, ребят, наносят массовый урон. Вот они все... Во, да. 3 звезды, отлично. Несмотря на то, что вот это вот задание я не выполнил, мы все равно получили 3 звезды. Круто. Ну что, 1.11 у нас, как говорится, это уже история. А где у нас следующий? Давай попробуем. Давай попробуем. Здесь собаки будут, да, ведь у нас бежать? Здесь, по-моему, будут собаки. Да-да-да, ребят, я вспомнил. Вот эта вот мазута, она их немножечко... как бы придерживает, но вряд ли мы успеем. Хотя, если два кинжальщика выпустить сразу же, давай попробуем. Так. Да елки-палки, все равно наносят урон. Ну что ты будешь делать, а? Да ладно, вам хорош, успокойтесь, собаки. Не надо тут буянить. Ты посмотри, какая тут армада бежит. Они, ребята, все кучкуются, кучкуются. И сейчас, если эта вся фигня дойдет до моего самолета, я боюсь, нам тут уже ничего не поможет. Получи, псина. Потому что она самая быстрая, ее надо, ребята, было сдерживать. Так, смотри, смотри, что происходит. Они... Тут их слишком, по-моему, много. Вряд ли у нас, конечно, получится их тут забомбить. И самое бесявое, что энергия очень медленно у нас копится. Вообще медленно. Так, оглушили. Я надеюсь, мы хоть что-нибудь выиграем из этого. Хоть немножко времени. Да, конечно, выиграем мы. Нет, ребята, по-моему, ничего не получится. Хотя, опять же, не факт. По-моему... Мы немножко сдерживаем их. Так, подождем. Пускай горят в аду. Да куда ты, кинжальчик? Ёлки-палки, тоже сгорел. Так, а у нас здесь, ребята, зомби со снарядом, да? В грудаке, который может взорваться. Кстати, вы представляете, если он взрывается в куче мазута? Там всем крышка будет. И, кстати, вы не забывайте, что если мой ближний... Юнит будет рядом с ним находиться. Так, детки, стойте, не идите в огонь. Не идите в огонь. Обойдут? Вроде обходят. Так, отлично. Еще, ребята, да ёпрст. Ну ты-то хотя бы не попади. Да как ты загорелся, там уже пламени не было. Вот так вот мы с вами делаем. Слушай, вот этот вот чувак, если взорвется сейчас, то упадет у меня дедок-то с дробашом. Да, так оно и получилось. Короче, на 3 звезды у нас все равно с вами эта миссия не получится. Потому что мы уже с вами получили урон. Видите, да, на самолете кровь. Это говорит о том, что кто-то пострадал, бив этот самолетик у нас. Но, тем не менее, у нас автоматчик, да, и амбал, который сейчас, естественно, быстренько должен разобрать эту баррикаду. Ага. И пошел отсчет до волны, ребята. Оу, а вот это плохо. Прикинь, два чувака... Со снарядами вышли. Мне жалко амбала. Я вам серьезно говорю. Амбал сейчас у нас, ребята, отдуплится здесь. Ты посмотри, что произойдет сейчас. Бумс. Ну. А, была не была. Фиг с ним. Вот так вот. И опять у меня дед погиб. Да чтоб тебя... Дедуля, ты все время лез не туда, куда надо. Оу, ребята, волна. Мы не успели. Вот она, пошла на нас. Так, автоматчик. О-хо-хо-хо. Так, ребят, давайте, наверное, вот так вот сделаем. Все, я теперь понял, какая ульта у нашего самолета. Мы с вами можем просто сдувать врагов. И это круто. 100, конечно, энергии надо было потратить, но это нормуль. Так. Баррикадочку мы разберем все-таки или нет, а? Нет, ну, по идее, должны. Кинжальщик вроде неплохо наяривает. Кстати, вы заметили, да? Тоже волна, когда прошла, больше никто после нее не выходит. Но это как и в игре «Вперед на зомби-войну». Ну, о чем я вам и говорил, что одну звезду мы всего получили и коврик нам дали. Миссия 1.13 у нас открылась.
Так, давай-ка мы получили с вами этот Библию, да? И миссия 1.15. Погоди-ка, 1.15. А где миссия 1.14? Я что-то не понял. 1.13. Ага, наверное, может быть, вот здесь вот? Да, вот она, точно, ребята. 1.14. Миссейка новая, да? Тут у нас тоже, по идее, реворд-коробка. Так, не хватает еще до сих пор деньжат. Ну что, пробуем, ребята. У нас очень мало энергии с вами остается всего лишь. 5 горючки. То есть еще можем с вами 2 боя сделать. Это максимальное количество. Тут смотри, какая армия зомбарей стоит. И все прибывают и прибывают. Фух. Как будем тут с вами справляться с ними, я даже не знаю, ребят. Бомбочку, конечно, бросить бы хотелось, но для этого нам нужна ярость. Если я сейчас думаю только кого-нибудь вызову. Опа, а это еще кто такой, ребят? Это кто такой? Что за свинорыл идет? Смотрите. Это у нас лейтенант. Ага. То был командир, а это уже летехи пошли. Ой, дедулечка, ты так будешь до второго пришествия, по-моему, бомбить этих зомбарей мне. Ладно, попробуем, ребят, продавить их. Или они меня продают. Смотрите, что происходит. Ох, автоматчик. Нет, ребята. Нанесли урон. Да тут не только урон, тут вообще, да. Тут вообще разнесли мне самолет. Причем в пух и прах. Причем за короткий промежуток времени. Давай-ка попробуем еще разочек. Немножечко по-другому. А может быть сразу вызывать их, а? Чтобы они не подошли ко мне вплотную здесь. Или защиту поставить. Я не знаю, ребят. Давай попробуем сделать так. Как говорится, на ранней игре попробуем их расчекрыжить. И все время мои бойцы в страхе. Вы заметили? Они постоянно в страхе. Надо... Иконочка наверху у них такая. Типа, караул, мы боимся. И в то же время все равно идут в бой. Молодцы, отважные ребята. Так, тихо. Эть. Каски слетели, но мы их не убили, ребята. Они все равно продвигаются. Продвигаются и... Да, по-моему, это что-то повторяется у нас с прошлой игры. Ты посмотри, как быстро они мне самолет бомбят. Нет, тут фейл. Черт подери. Что же делать-то тогда, а? Я не знаю, ребят. Этот уровень нам вряд ли пока дастся. Без боя. Так, у нас с вами очень мало денег. Очень мало денег. Я хочу, конечно, улучшить нам нашего пехотинца-кинжальчика. Давайте вот так сделаем. Так, что у нас дальше? Таким вот образом. Не могу. Я не знаю, что нужно для этого. Тут даже не пишут. Я не могу его поднять на 4 уровень. Почему? Денег вроде хватает. А у нас ничего не получается. Здесь у нас тоже ничего нету. Блин. Энергии у нас всего лишь 3 штуки. Как мы будем с вами играть тогда? Кто мне скажет, а, ребят? Продавать? Ну, это же редкие, ребята, редкие ингредиенты. Ну, фиг с ним. Давай еще одну баночку продадим. Так, ну что, купим тогда этого чувака, да, в коробке. Посмотрим, что он вообще из себя, ребят, представляет. Что это за пугало такое огородное в коробке сидит? В чем вообще у него прикол, так скажем? Так, вместо кого? Давай, наверное, вместо бомбочки, да, я думаю... Так будет эффективнее. Так, ну что, этот ставим. Ну, теперь нам нужно найти уровень, где бы его протестить. Так, погоди-ка, ребят. Нам... У нас 2 горючки всего осталось. Так, 1.15... 1.13. Давай попробуем, наверное, пройти. Я надеюсь, этот чувак в коробке хоть что-нибудь стоит. Так, 10... Чего нужно 10? Ёлки-палки, он за ярость призывается. Я думал, что он за энергию. Обломись, как говорится, да? Вот они опять, собаки, ребята, бегут. Ладно, погнали. И сразу ломанулись. Ну, да ёпрасоты, опять мы получили с вами урон. Опять получили урон, и, соответственно, 3 звезды нам не светит. Да чё ж вы так бомбите-то люто, а? Ну-ка. Вот, ребята, вышла коробка. Стоит, что-то пляшет там. Я не знаю, ребята, в чем смысл... И убежал. Да, коробочка. Она меня, ребят, подставила. Вы поняли, короче, да? Мы выставили коробку, там какой-то строитель был. Коробку разбомбили, и этот строитель побежал обратно. То есть он испугался. В общем, фигня это, а не коробка. Я не знаю, для чего она. Может быть, это типа
того чувачка, который должен бежать и к этой баррикаде, ее потихоньку там бомбит, если только в этом смысл. Или как отвлекающий маневр. Так, смотрите-ка, ребята, у нас реварды. Так, 18 опыта. Так, ну мы, по идее, можем еще собрать, да? Так, эспандер. Что еще нам дадут? 30 опыта. Мало. Так, это ускорять для отката. Ладно, хорошо. 206 нужно для того, чтобы, ребят, пропать нам самолет. Самая большая проблема сейчас у нас это в горючке, потому что мы без нее не сможем вообще ничего сделать, а чтобы она накопилась естественным путем, это долго, очень много времени на это понадобится. Пропать я тоже никого не могу, и, кстати, ребята мне говорили про вот эту вот штуку, да, нитрогель. Она открывается на 2,7 у нас, чтобы я ее открыл и прокачал. Я думаю, что это типа у нас идет заморозки. Так, что у нас тут такое? Специальный пак, Free in Alpha. Ну-ка, давай попробуем. Вау, ты прикинь, нам дают 2000 голды, нам дают нового юнита? Серьезно, что ли? Воу, нифига себе. Ребята, это кто у нас такой? Это солдат. Солдат. Он, по-моему, с щитом и с какой-то дубиной, судя по всему. Слушай, надо его, наверное, я думаю, взять. Возьмем, скорее всего, вместо вот этой вот коробки бесполезной, которую, я не знаю, в чем суть этой коробки, вот так и не понял. Хорошо, у нас будет солдат, короче. Так, энергии нету. Не хватает горючки. Так, open pack. А тут ничего у нас нету. Погоди-ка, а здесь? Ну, это понятно, это ускорение. Что тут показывают мне? Так, это что ли приобрести? Или... не могу понять, что-то показывали. Голды у нас 2000, кстати. О, да у нас 5 коробок, елки-палки, как я забыл про коробки-то? Так, ну-ка давай посмотрим, ребята, 5 горючки выпало нам, уже хорошо. Так, эспандер. И клевер. Так, давай еще откроем коробочку. Слушай, может быть, мы сейчас разживемся с вами на ингредиенты для того, чтобы могли пропать наших юнитов, а? И тогда будет все хорошо. Опа, это что такое? Это фотоаппарат? Или что это? Не знаю, давай дальше смотреть. Так. Причем-то здесь гантели, я не знаю, ребят, кому она понадобится. Так, а это что у нас такое? Какая-то арматура, что ли? Так, следующую коробку вскрываем и смотрим. Так, гантели, библия. Дальше у нас витамины. И котик. Так, и опять четырехлистник. Ну что же, а здесь выпадает коврик, опять же кошечка, витамины, еще одни витамины, БЦА. И какое-то, видимо, ведро. Но зеленое, это тебе необычное. Так, ну что, ребята, у нас есть с вами ингредиенты. Теперь, я думаю, я смогу прапать или не смогу. Ну, давай проверим. Самое лучшее воткнем. Ах, вот оно что. Нам нужно поднять уровень нашего самолета. Конечно же, сделаем. Так, четвертый уровень, да, нужен был. Давай так вот сделаем, на всякий случай. Пятый уровень. Так, смотрите-ка, ага, у нас Льюис Ган и М61 Гатлинг. А что, интересно, лучше? Льюис Ган или это, а? Я не знаю, ребята. Давай попробуем, хотя... Давай попробуем, наверное, Льюис Ган. Не знаю, что он нам дает. Это все мы с вами уже увидим в боевке. Так, и теперь давай, наверное, прапаем. Будем, ребята, апать с вами нашего сапера, потому что это самый первый юнит, который выходит. Да, и нам нужно, чтобы он был самым сильным. Так, наверное, мы сделаем таким вот образом. И удача. Все на удачу. Но я хочу, чтобы у нас была и удача, и атака, как говорится, и все подряд. Так, еще разочек давай попробуем его прапать. Слава богу, у нас голда есть. Нам подкинули бесплатный пак, да? Где у нас такие вот вкусняшки. Так, ну что же, ребята. Еще, я не знаю, хватит ли нам еще на разочек его прапать. Так, хват... Ага, чего-то... Ага, нужно самолетик 6 уровня. У нас, по-моему, есть пока еще деньги. Давайте, ребята, поднимем его, да? До 6 уровня. Поставим гатлинг, потому что он лучше. Так, алюминиевый корпус, судя по всему. То есть это на защиту нашего самолета, судя по всему, будет влиять. Так, и давай сделаем последний апгрейд нашему саперу.
который мы с вами сможем сейчас сделать. Отлично. Он 6 уровня. Я возлагаю на него, ребята, большие надежды. Да. Я думаю, что он будет, наверное, неплохо держать оборону. У нас с вами есть 6 горючки. И давайте, наверное, пройдем вот эту вот миссию 1.13. Так, смотрите, он, по-моему, даже быстро копится. Или мне кажется. Или так и было. Сейчас буду для себя придумывать оправдание, что я его не зря пропал. Слушай, ну он, смотри, он даже быстренько очень орудует ножом. Две собаки. Ать! Ребята, я не знаю, это вот защита... Слушай, это защита для моих бойцов, оказывается, идет. А я думал, что это идет для защиты самолета. Вот здесь я немножко, конечно, лопухнулся. Да. Я думал, что будет самолет защищаться у нас, и собаки не смогут нанести повреждения, но не тут-то было. Так, пока хорошо. Давай, дедок, быстрее там свою перезарядку делай. Слушай, соответственно, если мы с вами будем прокачивать детка, да, или автоматчика, то они должны будут, наверное, быстрее все это делать, да. Бомбить, стрелять, и урон, конечно же, у них побольше будет. Поэтому все у нас это, ребята, будет впереди. Конечно же, мы с вами будем дальше ее проходить. Ну а пока посмотрим, что у нас здесь получится. Я так понимаю, на 3 звезды мы уже с вами не тянем, так как урон все-таки нанесли нашему аэроплану этому. Так, собачки, давайте, родные, бомбить их. У нас собаки какого? 2 уровня, да? Я их, по-моему, один раз все-таки пропал. И смотри, они неплохо себя ведут. А вот то, что вот этот чувак здесь со снарядом в грудаке, который сейчас, ребята, взорвется, если мы ему нанесем повреждение, вот это вот плохо. Так, а теперь посмотрим, что у нас делает солдат. Ну, я так и думал, ребята, он идет с щитом, и в руке у него, ну, это не граната, по-моему, это дубина, судя по всему. Оп, тихо. Тихо, собачки, успокоились. Не понял, по-моему, все-таки немножко опять бомбанули, да? Ой, сейчас будет взрыв, ребят, сейчас будет взрыв. И, смотри-ка, солдат выстоял. Только не в огонь, пожалуйста, только не в огонь, не иди в огонь, а? Потому что, я не знаю, ребята, в этой игре, как вперед на зомби-войну, да, они не идут в огонь, или обходят, или ждут, пока он потухнет. А здесь же они все равно идут на пролом. Так, сейчас, по-моему, да, завалили, к сожалению. И опять здесь у нас этот взрывник идет. Как бы нам его уничтожить, а? Побыстрее, я даже не знаю. Давай попробуем автоматчиками. Сейчас бумкнет. Сейчас бумкнет, и дедок, наверное, у меня отдуплится, да? Или нет? Посмотрим. Давай. Расстреливаем. Нет, сейчас точно, да. Дедка, к сожалению, подбили. Во, собачки горят, это, кстати, классно. А у нас выпал, ребят, там сосисон. Его поднимем сейчас. Так, давай. Вот издалека вот лучше всего по ним бомбить, ребята. Они еще и горят довольно неплохо. По 11 урона получают. Так. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, зато все взорвались там. 8 секунд, ребята. Сейчас будет следующая волна. Если такая же липовая, как была до этого, то мы с вами сможем ее пережить. Но, опять же, повторю, на 3 звезды пока не тянем. Да, звук пошел, и, как говорится, оу, а чё так много-то, тихо, вот так вот, ребята. Все, ну пришлось, а иначе бы вот эта вот армия собак просто разбомбила бы мне самолет мой. Давай-ка вот так сделаем. По идее, после волны никто не должен выходить, но, как я вижу, зомби идут. Может быть, это последние остатки роскоши? Так, давай, баррикадочку мы эту быстренько сейчас разбомбим. И пройдем с вами этот уровень. Ну, давай. Отлично. Шикарно. Ну, как я вам говорил, ребята, всего лишь на 1 звезду. И реварда нам никакого не дали. Что такое? Что ты мне показываешь? Так я уже здесь менял, елки-палки. Я себе поставил гатлинг. Они мне все показывают, да, типа, отстают немножко. Так, мы с вами клевер забираем. Так, и 50 опыта. То есть нам нужно с вами поднимать уровень. То есть мы, наверное, не можем раскачивать со своих юнитов, да, и транспорт, и самолет тот же самый, если их уровень будет меньше нашего. Так, ну что, рискнем, ребята, рискнем. Я думаю, что здесь мы с вами должны пройти. Сапер вроде бы неплохо. Смотри, ребята, с 2 ударов сносит этого фрица. Отлично, так, собаки. Ну, справишься ты? Молодец, красавчик. Так, давай еще, отлично. Энергия, как долго копится энергия. Ну. По-моему, не успел, ребята, он добежать, этот пес, да? Его самолет, по-моему, подбил. На-ка. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, как ты долго накапливаешься, энергия.
Все, пока шикарно. Ничего нам не нанесли, вроде бы, урона. И мы с вами можем этот уровень, скорее всего, пройти на 3 звезды. Я хочу этого сделать. Вот собаки тут, конечно, вообще не в тему. И причем они очень часто здесь появляются и довольно быстро бегут. Но справился, молодец. Один слиточек получили. Так, тут у нас еще и летуны. Ладно, Тихо. Ну, справляйся. Отлично, молодец. Так, ватника завалили. Так, еще один, ребята, там ватник у нас идет. Слушай, а у нас, кстати, энергии с вами очень мало. То есть две горючки всего. Это, получается, мы с вами еще сможем один бой сыграть. Поэтому нам нужно все принять усилия, чтобы пройти этот этап на 3 звезды. Ну-ка, давай-ка вот так вот, наверное, ребята, бросим. Слушай, ну посмотри, какой он крепкий, да? Бочку на голову ему сбросил, и у него отнялся там совсем чуть-чуть здоровья. Так, ну что, автоматчик, давай. Вот жалко, что он... Ну что ты не стреляешь-то? Встал и стоит. Любуется. Так, молодец. Отлично, пока справляется он неплохо. Давай-ка мы ему, ребята, в помощь вызовем солдата. Пускай он его, наверное, будет прикрывать. Так, давай, расстреливай. Да, а что ты так долго с этим бегуном-то справляешься? Я не могу понять. Это же... Так, тихо. Смотрим, ребята. Оп. Нормально. Он, кстати, да, с удара валит этих собак, поэтому он очень хорош. Но он медленный, ребята, он медленный. Вот это его недостаток. Так, здесь завалили. Так, стреляем, родные мои. Не подпускаем никого. О, смотри, как ватника расчекрыживаем вообще моментально. Когда два, ребята, автоматчика стоят, да что ты будешь... Ты смотри, он со своей Ребята, вы поняли, да? В чем недостаток автоматчика? Он начинает, когда делать перезарядку, в этот момент, если рядом находится зомби или собака, она очень быстро может его убить. То есть, так же, как и дед. Да, он перезаряжает себе, ну, 3 звезды, отлично. Отличный показатель у нас сегодня был. Ну что, ребята, мы сможем с вами еще сыграть в один бой. 2 и 3. Давай, наверное, мы попробуем. Так, здесь у нас опять же обычный зомби плюс ватник. Я надеюсь, здесь собак не будет. Ну-ка, подходи. Нет, ребята. Оу, а собаки-то посмотри, какие бегут. Ты посмотри, какие собаки. Это, ребята, шокерные. Ёлки-палки, зашибись. Обалдеть просто-напросто. Дожили. То есть у него были обычные собаки, да, теперь еще и с шокерной появились. А у меня обычных не было почему-то. Вот хитрозадые. Так, с ватником. Ой, как ты мало ему урона наносишь. По 8 единичек. Это вообще ни о чем. Так, гатлинг там бомбит. Причем у нашего самолета такая ничтожная атака, если честно вам, да, сказать, ребята. Вот вперед на зомби-войну, вот там вот шериф наяривает. А здесь слабоват, конечно, слабоват. Ладно, сейчас не в этом суть. Нам нужно с вами пройти этот этап. На 3 звезды, конечно, уже не получится. Но хотя бы пройти его. Чтобы энергию не зря потратили. Так, псина, если бы я знал, я бы... Ну, только не перезарядку. Только не делай перезарядку, я тебя умоляю. А то начнется здесь. Как только начнет перезаряжаться, сразу псина его может подбить. Вот, видите, он перезарядился. Так, кинжальчик мой нормально тут наяривает. Такой, да, команда, сапер. И вот, кстати, надо побольше вот этих вот бочек, ребята, бросать. Бочки все-таки их замедляют. И это нам дает бонус по времени. То есть мы можем успеть накопить энергию и вызвать очередного юнита. Так, давай, бомби. Отлично. Так, опять собаки тут. Ну, они замедлились, поэтому мы с ними быстренько справились здесь. Так, ватники идут. Слушай, ну ватники, они сами по себе, смотрите, медленно идут, да? А по этой мазуть... Так, тихо. Псы справились пока. Тут еще, ну-ка, вот так вот. Чтоб было им неповадно. Дед. Кстати, и у деда, насколько я понял, ребята, у него массовая атака. Массовая атака. Если автоматчик бомбит только по одному, то дедуля, насколько я понимаю, бомбит сразу по нескольким целям. По идее, из дробовика должен быть именно такой эффект. Так, солдат, давай, подходи быстрее. Там, видишь, 2 хламона в шапках-ушанках идут. Ну, так, собаки там. А как она пробежала-то, я не могу понять. Мимо моего солдата. Что-то интересное. Так, они его еще и застанили.
Так, 20 секунд, ребята, и побежит волна. Нам нужно как-то успеть разбомбить. Ну, амбал, давай, вся надежда на тебя. Ты у нас массовик-затейник, поэтому ты должен тут быстро так все расчекрыжить. Да, ребята, у нас получается. Но, по-моему, одна звезда, да. Жаль, конечно. И, как вы понимаете, ребята, энергии у нас больше нету. Мы с вами получили две бутылки сюда. Не понял. Нам доступен новый герой? Это кто такой? Так, Firefighter. Ага, это, ребята, у нас получается пожарник. Ну да, правильно, у него в одной руке вон лопатка и топорик. А чтобы его нанять, нам нужно 800 голды. А у нас 418. Да, но это лучше, чем 7000, согласись. Я не знаю, как это накопить вообще реально. Но рано или поздно накопим. Можно, конечно, здесь ускорить маленечко, да, по времени. Но я думаю, что не стоит. Тут у нас сколько? 5 часов, тут 12 и тут 3 часа. В принципе, к вечеру уже будут реварды эти у нас доступны. Так, ну здесь я ничего покупать не буду. И нам нужно копить, ребят, с вами деньги, чтобы открыть нового персонажа и, конечно же, их проапывать. Ну, а на этом, дорогие друзья, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно увидимся в следующей серии и продолжим играть в эту игру. Так что, всем пока и удачи! We'll be right back.